Во Владивостоке команды школьников 7 и 9 классов прошли эстафету и показали наилучший результат в различных упражнениях. Фестиваль ГТО прошел в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории общеобразовательной школы номер 78. Это замечательное спортивное мероприятие. Спорта, красоты состоялось. И состоялось оно на новом объекте. Мы специально его построили для вас. И построили не только для 78-й школы. Мы хотим сделать так, чтобы здесь проходили и тренировки, интересные соревнования, и чтобы таких объектов по городу было достаточно. Константин Шестаков наградил золотыми знаками отличия ГТО спортсменов и даже целые семьи, которые успешно справились с соответствующими нормативами. Отметим, что ФОК был создан по программам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт – я выбираю спорт». Планируется, что здесь будут проходить тренировки по баскетболу, футболу, волейболу, различным видам единоборств, а также соревнования и мастер-классы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.